Здрасте, это шоу «Плохие песни». Сегодня в выпуске у нас прекрасная Анна Маруф. И не менее прекраснейший, просто потрясающий, просто невероятно восхитительный, самый король из королей, самая пися из всех писей, Рома Каграманов! Ну мы что? Просто только что с тобой слушали песню любимую нашу. Отлежи мне мою письку. Лик ма пусси, лик ма пусси, лик ма пусси. Это просто, ну мы так здороваемся с Ромой. Мы в пятерочку заходим. Лик ма пусси, лик ма пусси, лик ма пусси. Все, в принципе, мы спели «Плохие песни». Это была ужасная композиция. Да где я? Я хуй знаю, блядь. Все, мы готовы петь классные песни? Давай. Все, поехали. Я заметил, что не стоит писать, если сильный ветер. Ну, це Джарахов. Це Джарахов. У меня тоже есть Джарахов. Это же песня. У меня тут Джарахов почему-то... со смайликом рака. Зачем вы это сделали? Господи, дай бог здоровья Джарахову. У него и так диабет. Куда еще? Ну? Смотри какой. Я в победе. Сиди и не пизди. Это слоган бренда. Ну не настолько смешно, как у тебя. Сать на ветер намного интереснее, мне кажется. Хочешь еще какой-нибудь спой? Давай ты, а потом я. Ну, тоже я в моменте? Ну, у тебя есть еще там варианты момента? Вот еще этого? Два. А ну, у меня ни одного. Еще просто. Хочешь? Давай. Иннокентий. Он в магните пукнул, но никто и не заметил. Там все пердят, да? В магните? Обычно в Дикси все пердят. В принципе, в Дикси заходишь. Я просто не местная. Ну, у меня таких дома нету. Ну, вот есть такой магазин, в него заходишь, и там как будто реально уже пернули до тебя. Валере как-то было нехер делать. Решил на все лицо он пирсинг сделать. Он шел с собой довольный, улыбался. Слишком, слишком смело смеялся. Хуя гроза. Его въебало прямо с неба аж раза два. Такая сила заземлила, такая гроза. А я вот когда читала эту строчку, решил на все лицо, я уже грешным делом думаю, только не сесть, пожалуйста. Только фраза «не сесть» умоляю. Там, слава богу, был пирсинг. Это не женщина, это дыра. Клип «Инстасамки» смотрел я вчера. Пяу-пяу. Пяу-пяу. Она тебя теперь засрет или выгонит опять, когда ты придешь к ней делать макияж или что-то. А, «Инстасамка» — это уникальный персонаж. А можем, да, ее обсуждать? Да. А где, блядь, в Библии написано, что нельзя обсуждать «Инстасамку»? Короче, «Инстасамка». Заблокировала меня в ТикТоке. Почему? Потому что я как-то на одном шоу, которое когда-то я вел, а сейчас не веду. Ты сказал, что она не женщина, она шалава? Не, я ее не оскорблял. Я девочке сказал, говорю, фу, ты дружишь с инстасамкой? Боже, какой кринж. И Марьяна Ро поддержала, мы за ручки и ушли, короче. Но тут я набиваю татуировку на руке. Урюпинск, пусси джуси. Ну. Я Ивлеева это выкладывает в сторис такая, типа, вот так, инстасамка. Бля, классный чувак. Ты у нее реабилитировался. Сука, разблокируй меня в ТикТоке, я хочу смотреть твои ролики. Ну, я правда фанат инстасамки. Тебе показать ее ролики? Она тебе научит готовить пасту. Делать хвост такой зализанный, красивый. Покажет свою сделанную жопу. Потом сисечки свои сделанные, там, как-никак, иногда покажет. Вот. Ну, если честно, мне было очень интересно. Я вот сидела, смотрела, я как раз из-за этого подписалась и очень ждала, когда же наконец-то будет ее жопа сделанная, как она выглядит. Увидела в клипе? Ну, это нелепо. Да? Просто у нее короткие ножки, понимаете? На короткие ножки вот такая жопа, это некрасиво. Вот такое туловище, вот такие сиськи, вот такие ножки.
Ну куда? Я просто эстет. Я люблю пропорции. Ты перфекционистка. Пропорции. Вот. Ну куда ты ж, блядь, ну вот на такие спички жопу такую сделала. Как шалтай-болтай получается. Вот так это выглядит. Да? А можно показать? Сейчас, блядь, такое пусть и Джуси на тусе будет. Охуеете просто. Вот так? Ну только две таких сзади, прикинь. Я, сука, файк. Это факт. Нет, тут ножки, понимаешь, у нее вот так, если ножки. Сейчас, подожди. Отпустите пацанов. Подожди, и талию надо затянуть. Если... А, тут уже все. Тут... Не-не, а, у нее боже, талия хорошая. А, реклама? Или это Кевин, блядь, это что? Не сразу популярным стал, сначала пранки он снимал, как Филиппа повстречал, Дава музыкантом стал, поболело и прошло, зато в карьере все пошло. Это тоже... Теория заговора. Это тоже теория заговоров и вот из фактов, о которых все говорят, ну, как бы никто не видел. Тут как это... никто? Ну, я за руку не ловила. Ну! Там подожди, в прямом эфире Муз-ТВ все за руку так поймали, что все охуели. Ой, ну вот это мне очень... Слушай, у нас похожи песни. Вот это, смотри, она очень подходит той, которую... Я что, бухаю, блядь? Той, которую ты сейчас пела. Давай. Тебе не нравится взад, а за iPad. Жиза. Скажите, кто у вас это пишет? Можно я буду к вам приходить и вместе с вами это делать? Можно. Только за iPad. И только если вам взад, мальчики. Если вы под хмурым выйдете из дома, будет очень странным, мать его, денек, в наши дни колодца. В целом только будет очень сильно ебанутый, сука, дурачок. Ведь когда-то, без сомнения, вдруг случится передоз. Под хорошее настроение встретит вас Иисус Христос. Блядь. Так вот, что такое хмурый. Я, блядь, в комментауте голову ломаю. При чем тут Хрусталёв ребята, и хмурый, блядь? Ребята. А это вот оно, что оказывается. Пиздец. Мы против наркотиков, да? И вообще очень основательно. Да. Я вообще, вы знаете, в свои 30 лет пробовала только травку. Вот, один раз. Ну, не щипать или ладно. Что? Щипать. Я не пробовал ничего. Мне подсовывали один раз таблетки вместо таблеток от головы. Серьезно? Представляешь? Пидоры. Ты что такие, блядь? Только ты не водой запивай, зеленым чаем разгоняй. Я говорю, а в чем прикол, блядь? Под травкой вдвое веселее, веселый петинг. Веселый петинг. Смеешься, щиплешь, ржешь и кусаешь. Чего ты хочешь от меня? Я хуй знаю, блин. Мне надоело говорить с телевизором и не получать никакой реакции. Я хочу, чтобы он отвечал мне. Хочу телевизор, на котором можно не только смотреть ТВ-каналы, но и ролики на Ютубе, а также слушать музыку. А еще я хочу... Хочу новейшее устройство, чтоб телевизор умным стал, чтоб можно голосом, не парясь, включить любимый сериал. Чтоб мог полезную Алису на телевизор поселить, смотреть и слушать всего вдоволь. Хочу новейший Яндекс.Модуль.
сделает обычный телевизор умным и добавит туда Smart TV с Алисой. Для этого достаточно подключить устройство к телевизору по HDMI и выбрать нужную сеть Wi-Fi. Управляй телевизором с помощью голоса. Смотри 1000 фильмов и сериалов из коллекции Кинопоиск HD. Запускай ролики из интернета и YouTube. Листай ТВ-каналы или просто слушай музыку. А если у тебя уже есть Яндекс-станция, объедини их с модулем в тандем и управляй телевизором через свою колонку. Просто голосом и без пульта. При покупке модуля в подарок получишь целый год бесплатных фильмов и сериалов по подписке Яндекс+. И все это всего за 4990 рублей. Ссылка в описании. Почему день? Почему солнце свет? Я хуй знаю, блин. Бухи в хлам втроем на пляже писали, и по песку к воде текла струя. Казалось, будто смотрим мы из космоса, как три реки впадали в океан. Такая, да? Ну, я себе просто представила. Это интересный пейзаж, мне кажется. Ты писала когда-нибудь на пляже? Ну, я в Морько писала, естественно. В Морько? Да. А ты писал? Блядь, конечно. А в бассейн писал? Да. Я просто чисто из любопытства проверить, всплывет ли зеленое облако или нет. А я всегда боюсь, ну я же артистка, прикинь. Если так, ну как бы бахнуть, то можно сильно опозориться. Там не скажешь, что это не я напукала, знаешь, там сразу видно. Опять сосать, зачем айфон так часто выпускать? Жиза. Типы есть людей, и на них я зол. Кто все время врет, это пиздобол. Кто взял деньги в долг, но не отдает. Фу-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это хуеплет. А ты брала в долг, кстати? Когда-нибудь? Один раз. Ну, было. Но, слава богу, не в банке взяла. Да? Вот, ты, знаешь, мне все почему-то равно. Всегда самое страшное взять кредит в банке. Мне когда предлагают, знаете, звонят там, здравствуйте, Анна Борисовна, предлагаю вам кредит там. Я всегда говорю, что нахуй. Вариант. Подожди, можно я воспользуюсь вообще моментом? Поскольку нас много людей смотрит. В общем, я сейчас расскажу историю вообще. Со мной случилось. Реально. Просто мне нужны реально нормальные коллектора. Ребята, пишите. Короче, я тут вложилась в одну выставку. Должна была быть выставка классная. И ребятки мне кинули на 60 тысяч евро, как бы. Это, ну, просто минуточка, знаете, ну, хуесосов вот этого. Значит, это Ольга Анто World, по-моему, зовут. Ольга Антоненко. Если вы знаете такого дизайнера, да, вы, короче, с ней не работаете. И нормальные коллектора мне пишите, потому что бабки они мне не отдают. Решение суда есть, как бы все есть. На исполнительную службу расписали. Поэтому, ребята, пишите. Поговорим с вами об условиях. Что, можно прям проблемы, да, рассказывать? Меня очень сильно бесят люди, которые после себя в унитазе оставляют чероки. В турне у Билана больше Билана трудятся две ноздри. Скажи смешно. А почему это правда? Я не знаю, ну просто все так говорят. Ну я никогда не видела, утверждать не буду. Я тоже не видел. Но шутка классная. Хорошая, класс. Вообще даже грани нет. Губин, ночь. Андрюша Губин. Готова? Мое сердечко, давай. Коуч, что за странная работа? На ебланах заработал и ебланам рассказал, как сделал. Такое, да? Ну, шутка на грани не шутки. На грани не шутки, да? Да. Ну? На вебку дрочить продакшн простой. Сам сценарист, сам режиссер.
А если честно, я, короче, думала завести OnlyFans. Вот, я реально. Тоже. Но только не выкладывая там как бы свою вот эту порнографическую поеботину. Нет. А создать там аккаунт, это знаменитые письки назвать. Понял? Потому что ну, ты часто бываешь на тусовках, и люди очень часто там именно бухают до потери пульса. И можно реально там нафоткать, короче, что угодно. И потом, прикинь, такой бац, покупаешь подписочку. Вот, ну, типа, вот нравится тебе там исполнитель, там, ну кто? Кристина Арбакайте. Кристина Арбакайте. Кристюха, хорошо. А кто-то из моих друзей или я были на тусовке, застали ее пьяную и зафоткали кисунью, прикинь. И ты такой, прежде чем в нее влюбиться, ты такой думаешь, а стоит ли? Зайду-ка я на OnlyFans знаменитые письки и посмотрю, как бы хорошее, как бы стоит влюбляться или не стоит. Окей. Хорошо. Виктория Боня по-жесткому гонит. И Боня на грани сумасхождения. Та светская львица кайфует сейчас в Ницце и вся ходит лишь в дорогих украшениях. Вай, Боня, что это? Вай, Боня, что это? Все у нас сосальное золото, золото. А знаешь что? Другой что? Классик нашего времени говорит, что сосать — это тоже талант. Талант. Да. Да. И когда, как говорится, сосете, не чавкайте. Во время лезгинки порвалось три ширинки, но стало только лучше, эффектно и свежо. Ну, как вариант, могло быть не свежо. Так, ну давай мое теперь. Давай. Чаю-чаю изучаю, я ботанику на парах по утрам, энциклопедию читаю. Перелистнул страницу, как-то я, а там вагина чудная, вагина. Вагина средь кустов, растений и цветов. Вагина чудная, вагина. Ее пририсовали от скуки и печали. Так. Рома, а это просто жиза, потому что я помню школьный курс биологии, и реально все, как только получили учебники в каком-то в 9 классе, когда началась анатомия, все сразу начали листать вот это, на раздел с гениталиями моментально. Да? Так что, да. А у меня не было в школе этой анатомии, блядь. Анатомии. Анатомии. Ты чего? Нет, скорее всего, я прогуливал, потому что у меня в школе была такая фишка, если мне не нравился предмет, я притворялся, что у меня идет кровь из носа, и я типа, блядь, пизда. И меня отпускали, все верили, что у меня идет кровь из носа. Я тоже симулировала, только я симулировала давление. И мне верили, потому что... Я, короче, побегаю, иду к медсестре, такая сажусь, очень задерживаю дыхание, она мне быстро, ну, она мне меряет давление, она говорит, боже, 140 на 100, Аня, тебе ж пора домой, тебя провести. Я говорю, не-не-не, я сама дойду. Вот, и так вот постоянно. А все потому, что школа была с утра, а утро что? Для хуесосов. Я поднимаю свой бокал. Гарантию. Если Рома начинал, то я сегодня кончу. Значит, с вами была Маруф и Роман Каграманов. Это было шоу «Слоу-слоу-коу» про хи-песни. Не надо говорить «Слоу-слоу-коу», канал «Слоу-слоу-коу». Это был канал «Слоу-слоу-коу» про хи-песни. И мы для вас старались, значит, быть не только смешными, но и информативными. Если тебе будет грустно, не унывайте, пацаны, не унывайте.